Вот так выглядит мегаполис, когда его накрывает пыльная буря. Оранжевое небо и клубы пыли. Это Мадрид, столица Испании. И такие пейзажи сейчас во многих городах страны. Качество воздуха резко испортилось, особенно в центральных регионах Испании. Достаточно некомфортно. Нам придется все это чистить. Я тренируюсь и умею дышать. Это природа, ничего с этим не поделаешь. Это влияет на меня, потому что у меня проблемы с легкими. Обычно, когда я здесь гуляю, я не снимаю маску. Но сейчас дышать совсем нечем. Пыльные массы на полуостров принес шторм Селия. Песок из пустыни Сахара. И теперь он лежит слоем на всем подряд. Испанцам предстоит большая уборка. Пыль залетела в магазин и покрыла товары. Когда кто-то заходит, нужно подметать шваброй. Пришлось помыть окна и террасу дома. Машины у меня нет, хоть одной проблемой меньше. Пыльная буря началась в прошлое воскресенье, как ожидается, продлится до четверга. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.